Это грустная история о том, как Арина потерялась. Давайте для начала посмотрим, что было в прошлой серии. Девочка, стой! Что? Где? Кто? Привет, привет, девочка! Тебе нужна помощь, да? А теперь внимательно прочитай мое имя наоборот. Я вор. И что это значит? А это значит, что тебе нужно искать своего папу самому. Спасибо за питомца. Вот так вот Ариша, как и многие другие, попалась на уловку мошенника и потеряла своего питомца. Сегодня же ей придется выживать и искать какие-то способы пропитания. Потеряшка, третья серия, вломилась в чужой дом. Я так устала кушать одни яблоки. Хочется чего-нибудь вкусненького. Что мне делать? Где же мне достать еды? Может быть, зайти в какой-нибудь домик? Этот закрыт. Попробую в этот. Ух ты, мне удалось зайти в домик. Поищу что-нибудь поесть. Ой, за мной вонючка гонится! А, как убежать! Ребята, Аришке нужна поддержка. Чтобы ей удалось найти что-нибудь вкусненькое, поддержите ее лайком и подпишитесь на канал. Если вы уже подписаны, то просто поставьте лайк. За 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Успел поставить лайк, подписался на канал. Все, я надеюсь, ты помог Аришке найти какую-нибудь вкусную еду. Помогите, меня догоняет вонючка! А может, это ее дом? Здесь еды нет. Здесь, спрячусь за стол. Да что же это такое? Что же это такое? Сервер не переключается. Компьютер сломался. Что делать? Что делать? Что делать? Надо посмотреть на улице. Может, что-то там можно найти и как-то переключиться. Так. Посмотрим, может, дочки Аришки где-то здесь домик. Нет, не то. Не то. Как же мне ее найти? Как же мне ее найти? Нет, не этот домик, не этот. Как же переключить сервер? Как же переключить сервер? Фух, кажется, мне удалось удрать. Попью водички. А теперь сделаю себе пончик. Возьму пончик и добавлю вот эту глазурь. Классный, жаль сырой. Но все равно съем. Посмотрю, что там. Ой, ой-ой-ой. Так, ладно, нужно из этого дома мотать. Куда бы мне теперь сходить? Зайду в пряничный домик. Поищем еду. Здесь нету. И здесь нету. И даже здесь нету. Ну конечно, это же туалет. Поищу на верхнем этаже. Туда или туда? Туда или туда? Зайду сюда. Здесь спальня. Здесь точно нет еды. А это комната для питомцев. Нету еды нигде. Я что-то не понимаю. Здесь что, люди живут и не едят?
другой домик. Какой же выбрать? Зайду в этот дом. Пустовато. Это спальня. Это туалет. Ух ты, я уже давно не мылась, помойся. Я теперь чистенькая, даже настроение поднялось. Вижу, можно сделать пиццу, но нет печки. Не пойдет. Пойду поищу какой-нибудь большой дом. Так, надо найти. А, может быть, если в тайное место попасть, там можно будет сделать переключение серверов. Так, скорее. Так, попробуем, зайдем. Ага, здесь. Здесь делают питомцев светящихся. И, возможно, где-нибудь здесь есть место для переключения сервера. Нет, неужели я обманулся? Неужели нету? Вот, как-то надо туда попасть. Так, сейчас посмотрим. Эх, как же туда попасть? Вот там, вот туда, в то место как-то надо попасть. Я думаю, если я туда провалюсь, то я смогу тогда что-нибудь сделать. Попробую стрельнуть. Нет. Да не туда, куда я полетел. Что за бардак? Нет, вот сюда. Да, вон туда. Да, не в потолок, вон туда надо попасть. Ариша же меня ждет. Что происходит? Как? Так, бамс. Все не то. Нет, не получается, нет. Что делать? Как мне добыть путь к Арише? Так, может вот так. О, огонь. Не получилось. Сквозь стенку как пройти? Нет. А, я понял, надо пойти в дом к питомцам и там упасть с крыши. Сейчас попробую. У богатых должна быть еда в доме. Вот здесь посмотрим. Ну, домик закрыт. Тогда вот здесь. О, вот этот открыт. Вау, мне кажется, здесь будет еда. О, опять! Можно сделать пиццу, но нет печки. Зато могу принять джакузи. Если что, эти пузырьки не мои, это от воды. Я захотела спать. Посплю. Все, я поспала, пойду искать другой дом. Вот какой-то дом. Целый замок. Здесь точно будет еда. Так, может быть, никто не заметит, что я тут лишняя? Кухня. Ура! Печка! Смогу сделать пиццу. Напихаю все, а то я такая голодная. Стоп! Два раза напихаю. Печку. У меня будет пицца. Это какой-то дом, где куча народу. Наверное, можно все брать бесплатно. Вкуснятина. Сделаю себе на прозапас еще одну пиццу. Такой гостеприимный, то обследую его. Может и помыться заодно? Думаю, хозяева будут не против. Это не мои пузырьки, если что, это от ванны. Помылась, пойдем дальше исследовать. Пойду вот в эту комнатку. Здесь аквариум, посмотрю. Ой,
Ой, а рыбок нету. Странно, ничего нету. И здесь пустовато. И тут. Ладно, пойду искать еще какой-нибудь домик. Вот здесь. Сейчас мы проникнем туда. И я спрыгну вниз, или, возможно, найду призрачный город. Подходим сюда. Ой, там уже кто-то носится. Так, сюда. Бамс. Нет, еще разок. Да что такое? Вот сюда. Есть, получилось, все. И теперь бабахнемся в призрачный город. Скорей. Возможно, мне удастся найти Арину. Так, для начала берем транспорт и прыжок. Йоху! Так, вон он, призрачный город. Здесь питомцы, и в том призрачном городе попробую найти путь на сервер Арины. Ладно, надо найти какое-нибудь место, где можно хорошо поспать. Ух ты, любопытный домик. Очень интересно, что тут. Ого, какой бассейн. Прикольно придумали. Кухня интересная. Если что, когда проснусь, здесь приготовлю пиццу. Здесь поем. Здесь поиграю. Здесь я ничего не буду делать. А здесь как раз посплю. Здесь есть детские кроватки. Надеюсь, меня папа скоро найдет.